Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум — это не только политические, экономические мероприятия, но также и спортивные. Вот в этом году они какие? Нет, сегодня, во-первых, у нас есть и деловая программа, есть и спортивная. Во-первых, очень много проводится там турнир по гольфу, турнир по баскетболу, забег. Но, к сожалению, в этом году я не участвую, я участвую только в деловой программе, хотя до этого я принимал участие во многих. Ну, вы участвуете глобально. Да, да. Но мне очень нравится, что это, что спортивная программа стала частью форума, уже неотъемлемой частью. И, кстати, не только этого, и всех других. Поэтому мы с Росконгрессом мы проводим такие вот соревнования и для участников форума, и для личных гостей. Поэтому она очень интересна. С точки зрения деловой программы форума, у нас не так много в этом году сессий, но самое важное, вот сегодня она только что прошла, она была посвящена, по сути, с одной стороны, на следующий чемпионат мира. Футбол как чемпионат мира 2018 года, как чемпионат мира повлиял на развитие регионов, больших регионов, малых регионов. Второе, в этой сессии принимали участие и бывшие футболисты, и спортивные менеджеры. По сути, мы провели его накануне Евро-2020. Вы знаете, что ровно через несколько дней здесь, в Санкт-Петербурге, состоится, по сути, будем отмечать год до чемпионата мира. Поэтому футбол, конечно, почему футбол? Потому что футбол, конечно, самый массовый вид спорта, наиболее распространенный и не только в мире, но в России. Поэтому мы уделяем развитию вида спорта максимальное внимание. У нас в рамках нашей государственной программы есть целый раздел, посвященный футболу, и есть инвестиционная составляющая. Мы помогаем строить регионы, манежи футбольные, площадки. Поэтому такая сессия сейчас прошла, и мне очень приятно, что было много участников. Евро проведён так же достойно, как чем? Ну, во-первых, у нас есть для этого все компетенции и организационные. У нас есть замечательный стадион. Осталась вся инфраструктура вокруг стадиона. Осталась команда ребят, которые проводили чемпионат мира. Организационно утвержден координационный совет на уровне правительства. Поэтому в Санкт-Петербурге оргкомитет. Поэтому мы знаем весь алгоритм проведения. Главная сейчас задача, чтобы наша команда отобралась. 8 числа, вы знаете, будет один отборочный матч, 11-го другой. Поэтому главное сейчас пройти этот отбор, чтобы наша команда порадовала своим участием и, надеюсь, хорошим выступлением наших болельщиков. И последний к вам вопрос. Еще один важный момент, который сейчас стоит перед всеми, по крайней мере, перед всем Кабмином, это заданные нацпроекты. К концу 2024 года задана цель увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, а долю систематически занимающихся физической культурой и спортом довести до 55%. Только эта задача, кроме того, это я вот выписала себе такие основные. Это основная задача. Да. И вторая задача, это, по сути, дальнейшее реформирование системы подготовки спортивного резерва. Эти задачи между собой взаимосвязаны. Безусловно, это наши полномочия, это не только полномочия Министерства спорта, это полномочия регионов, поэтому мы со всеми регионами подписали соглашение, все регионы взяли на себя эти обязательства. Мы за счет нашей федеральной поддержки, у нас несколько направлений, это инвестиции, подготовка кадров, проведение соревнований, пропаганда и ряд других направлений. Мы будем помогать регионам. Сейчас я езжу по многим, встречаюсь с губернаторами. У нас есть понимание, что этот показатель, он вполне реален, потому что сейчас количество граждан, которые выбрали для себя спорт как таким образом жизни, 39,6%. Поэтому, в общем, у меня сомнений нет, что показатель он будет выполнен. Когда у вас рядом находится спортивный клуб, когда созданы все условия, волей-неволей хочется прийти и последовать примеру других людей. Поэтому да, особенно после интервью с министром спорта. Я уверен, что вы войдете в эти 55%. Спасибо вам большое за интервью.